националист Максим Марцинкевич может попросить политического убежища на Кубе. Об этом заявил его адвокат. Накануне борца с педофилами задержали на Кубе в номере одного из отелей Гаваны. Как стало известно Life News, Марцинкевича задержали по запросу, поданному России в Интерпол. В нашей стране он заочно арестован по обвинению в экстремизме. Тесаку, а именно так он известен в интернете, грозит до 5 лет лишения свободы. От правосудия он скрылся на острове Свободы. Основанием для преследования Марцинкевича стали националистические ролики, которые были размещены в интернете. Сам Тесак назвал обвинение в свой адрес заказом педофильского лобби. Российские власти заявили, что решают вопрос об экстрадиции Марцинкевича. Однако эксперты говорят, что этот процесс может осложниться тем, что в Уголовном кодексе Кубы нет статьи, аналогичной тому, что есть в России. Ну и сейчас у нас в гостях соратники Максима Марцинкевича. Я приветствую в студии Екатерина Зигунова и Евдоким Князев. Собственно, вопросов сразу и много. Для вас, я так понимаю, это было своеобразным шоком, что все-таки задержат Максима. Да, для нас это было неожиданностью. Какие были первые звонки? Удалось ли вам с ним связаться? Либо его родственники пытались уже связаться с Кубой? Нам не удалось. Мы об этом узнали также из официальных новостных источников. Все-таки ваше мнение, да, я так понимаю, вы очень давно знакомы. Как вы думаете, Максим все-таки будет просить политического убежища на Кубе? Я думаю, да, потому что... Он уже сделал запрос на политическое убежище в Чили и в Беларуси. Беларуси уже дали добро. А был ли у него какой-то план действий заготовлен, когда вот он понимал, что все-таки в России сейчас он заочно арестован, да, он же уезжал, он понимал, что вроде как обратно пока возвращаться не собирается, тем не менее, план действий был какой-то? На Кубе нет этой статьи. 282. Поэтому на Кубу и... Да, план действий у нас такой, это сбор подписей на петиции и различные заявления в средства массовой информации, в администрацию президента и так далее. То есть, а какой-то уже проект этой петиции готов? Да, что-то мы уже... собрали более 50 тысяч подписей за месяц. Что в ней содержится? Установить уголовное преследование Максима Марцинкевича. Мы считаем, что обвинение незаконно за свободу слова. Обвинять это противоречие Конституции в любом случае. И мы будем доводить это... в СМИ, максимально распространять, подписывать петиции, подписывать максимальное количество обращений, чтобы на это обратили внимание. А все-таки с Максимом кто-то связывался из родственников? Вот он связь держит с кем-то или сейчас связи нет вообще никакой? Сейчас связи нет никакой. А через российское посольство с ним кто-то из представителей нашей страны его видел? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Скорее всего, нет. Ну и, наверное, вопрос, который многих волнует, будет ли организация «Окупай педофилия» независимости от того, что вот сейчас произошло, продолжать свою деятельность, если да, то как? Как руководитель «Окупай педофилия» по всей стране, не только России, я заявляю, что «Окупай педофилия» не прекращает свою деятельность. Мы также будем ловить педофилов, мы будем продолжать все проекты независимо от ситуации с Максимом. Мы будем действовать максимально, ловить... Кроме педофилов мы ловим также и наркоторговцев. Также у нас есть проект «Окупай Василяй», «Окупай Алкофиляй». Эти проекты в полной мере... В независимости от... Да, мы представляем наше общественное движение «Реструкт». Да, большое спасибо за участие в нашем эфире. Напомню, у нас в гостях были лидеры движения «Окупай педофилия» Екатерина Зигунова, ну и представитель движения «Реструкт» Евдоким Князев. Ну и говорили мы о новости, которая пришла сегодня. Напомню, Максим Марцинкевич был задержан в Кубе.